Хорошо, что с нами такого не произошло. Золотую жилу. Вы посмотрите на эту красотищу. Ой, как жарко. Называется Дав пиво. Я решил попробовать, а чё нет? Назад в будущее. Всем привет. Я с вами еще не здоровалась. Мы заметили, что в Universal Studio тоже есть тематика Хэллоуина, как в Диснейленде. То есть во всех таких парках сейчас везде проходит Хэллоуин, что у тебя с прической. Да. И везде я понял, что это значит. Я вот сейчас сзади стоял, читал, пока ты готовилась записывать этот кусочек. Ребята, короче, если вот навести на билетики, тут написано, что в этой студии проводится хэллоуинская ночь. То есть мы можем ночь здесь провести. И типа тут есть специальный рип-тур, которые включают в себя VIP-проходки, специальные места какие-то там в магазинах, специальная... Короче, VIP-проходка везде, и тебя еще кит везде водит. Вот. И я не понимаю, это ночью будет или типа это ночь? Но сейчас это днем называется типа ночной. Подойдем к кассе и все узнаем. Ну да, да. Короче, нам нужно выяснить немножечко информацию, но мы опять приехали в Universal Studio, и нам нужно увидеть больше, чем мы увидели в прошлый раз. Это, знаете, как локация открылась новая. Это как GTA. Проходишь миссии, тебе открывается новый город. И вот так же у нас. В Диснейленде мы открыли второй Диснейленд, и в Universal Studio мы открыли второй Universal Studio. Точнее, мы его продолжим. В прошлый раз мы не успели все обойти с Олегом. А че улыбаешься, когда я тебя приглаживаю? А че улыбаешься? Это, знаешь, как личный стилист. Я разобрался, что значит ночь Хэллоуина в этом месте. Короче, вы забиваете дату, но билеты все вообще распроданы. И такие мероприятия проходят только по выходным. Ближайшее мероприятие будет 28 числа, я посмотрел. Но, к сожалению, мы 25 днем уже улетаем отсюда. Будет повод вернуться в следующем году, но здесь самое-то, что прикольное. Короче, в определенные дни они делают специальные аттракционы, то есть переделывают полностью Universal Studio под аттракционы специальные, и ты ходишь прям по хоррорам. То есть американская история ужасов, ходячие мертвецы, ну это, но, к сожалению, мы не сможем на эту штуку попасть, и я дико расстроен. 28 числа ближайшие билеты продаются, пока все распродано. Эх, че я раньше-то не узнал об этом, а? Ладно, мы идем вовнутрь и покажем вам то, что не показали в предыдущий раз. Только что я нашел просто золотую жилу. Вы посмотрите на эту красотищу. Ребят, скоро куча много открытий кейсов. Походу с интересными масочками. Сколько же интересности, а? Я просто большой фанат американской истории ужасов. И тут столько масок оттуда. Мамочки мои. Ребят, короче, скоро будет контент. Во, спецэффекты, пойдем, да, я имею специальную проходочку, и я хочу посмотреть спецэффекты. Серьезно? И куда нас завели? Если будете в Universal Studio, покупайте Fast Pass, называется, чтобы вот потом вот так вот просто дикой дичью не бегать сюда. Это просто дикая дикость. Народ валит. Hello! Special effects show here at Universal Studios Hollywood. Woo! Thank you. You can tell that those are models because the actual pyramids don't have giant letters on them. Показывает, как раньше проводили анимацию. Now, folks, if you want to see a movie star today, look right here. This is the actual model they used when they made this film. And the detail on this thing is incredible, which is proof that models are still a great way to А мы же когда смотрим фильм, мы не задумываемся об этом. Матовое стекло. Matte paintings created to achieve the eerie look he wanted for the town of Bodega Bay. Take a look. This literal bird's eye view of the town, the parking lot, the fire are real. Everything else was hand painted onto a single sheet of glass to create a glass mat that was then placed in front of the lens while they were filming. Later, footage of the birds was incorporated to complete the effect. Раньше, я знаю, кадры друг на друга просто накладывали в ленте. That gives you two examples of practical effects, the models and the glass mat. But this is the scene, exterior, a dark alley, dead of night. Two nefarious characters lurk about. Ready and action. Not me, him. Hey, where are you going, buddy? Come on.
not the type of thing anyone out there should try on their own. Check out the side screens, everyone. I'm gonna chop off Wendy's arm with this knife because it's much, much sharper. It's okay, you're a nice lady, it'll grow back, I promise. Here we go on three, ready to scream. Hold still, ready. One, two, three, scream! The Hollywood Bloodline is completely fake. But the acting is still very, very real. Still. Нифига. Вы посмотрели кусочек шоу, знаете, вот американцы реально умеют делать шоу, это очень смешно, забавно, шутки такие прям легкие-легкие, но мне зашло и вкатило. Некоторые эффекты я даже не задумывался, как на самом деле делаются, но так все легко кажется. На самом деле в фильмах же это все намного сложнее, но прикольно, прикольно, мне очень понравилось. Немножечко такой опыта получил прям. Чуть-чуть. Нас выпустили прям сразу к МО, так сказать, и мы решили немножечко перекусить. Чем порадует нас МО? Интересно, как внутри все это выглядит? В прошлый раз мы не смогли это показать. Ну, кстати, ну, не похоже. Да, не похоже. Я не знаю, с какой стороны на это все смотреть, но это не совсем похоже. Ну, чуваки, скажу я вам, мы поднялись на второй этаж, и здесь целая библиотека просто. Клоуна красьте, вы посмотрите, хей-хей, там фоткаться можно, просто так, тут, сука, так атмосферно, мы такое пропустили в прошлый раз, а, мы так много времени уделили Гарри Поттеру, что не посмотрели Спрингфилд совсем, здесь просто куча помещений, я проведу вам экскурсию, даже сзади меня, если посмотрите, куча всего вообще есть, мы сейчас взяли два красьте бургера, я взял пиво, спрингфилдское, хорошая отмазка, Варпач, да? Называется Дав пиво. Я решил попробовать. А чё нет? Чё нет? Мне как бы можно. И побывать в Красти бургере. Точнее, поесть Красти бургер, побывать у МО, не попить у него пивка, я считаю, что это оскорбление МО. Так что, ребята, приятного вам аппетита. Вот эта замечательная картошечка пойдет в ваш счет. Желаю вам хорошенького чаечка, кофеечка, вообще всего, что вы там кушаете сейчас. Вот эта картошечка за вас. Вот этот глоточек вкусного пивчика тоже за вас. Давайте чокнемся. Оп, прямо в монитор. Опачки. Приятного вам аппетита, братья мои. Господи, храни Америку, а, за ее жирную и вкусную еду. Посмотрите, какая красотища. Просто отдельная стена для красти. Да что говорить, стена, тут целая комната для красти. Просто здоровенная комната, где всякие... Я даже не знаю, как это писать, всякий став с Красти. Даже звезда есть, посвященная Красти. Я не знаю, есть ли она на Аллее Славы, но здесь она точно есть. А сейчас мы отправимся в фантастическое приключение по знаменитым местам, точнее, фильмам из Universal Studio. Да, детка. Привет, мужик. Я залазю, да? Вау. Просто посмотрите на это. А мы что, прям вовнутрь поедем? Вы серьезно? Вы серьезно? Мы прям вовнутрь туда поедем? Одень очки. Ничего пока что не видно. Вообще ничего не вижу. Просто темнота. Я на камере вижу больше, чем глазами. Есть. Я держусь. Опачки. Здорово, братан. Мы сидим в 3D очках. Намного лучше. Вау. Офигеть. Ёпта. Точили водой. Сука, они всегда юзают воду. Отлично, вот это мне понравилось. Вот это было прикольненько. А вот прям плюсик вам огромный. Тут показывают, как это было сделано, что сам Питер Джексон катался в этом аттракционе и говорил, как он хочет это все видеть. Два больших экрана. Но это очень классно. Просто респект. Но хорошо, что с нами такого не произошло. Назад в будущее, назад. Вау. Oftentimes they're in the background setting the scene.
A car can indicate a location for a decade. Other times, they're the stars of the show. Форсаж, нереальчик. Вот она, это, Ниссанчик-то, Скайланчик, который. Ребят, они включили только что дождь. Они только что включили дождь. Как бы, знаете, когда смотрим фильм, вообще не задумываемся об этом, но вот в жизни. Сегодня мы с вами прям в фильмологию погрузились очень сильно. Чё? And look them on your screens. We have that flood in the movie Big Bad Liar. Она рассказывала о том, что здесь очень редкие дожди раз в 5 лет, и им всегда приходится обходиться вот такими спецэффектами. То есть просто дождь не дождешься. Там же не созвонишься, там типа вся съемочная группа придет, будем снимать тогда, когда будет дождь. Ну, это так не работает. Вау. Вау. Аж здесь жар, ребят, берет. Ой, как жарко. Ёпта. Ёпта. Сука механическая. Оставайся в этом сраном пруду. Вот это вот вообще красота, ребят. Разрушенный самолет. Смотрите. We'll give you about 30 seconds if you want to stand up and grab some photos of this airplane. А вот «Война миров», из фильма «Война миров», когда самолет упал. Вот то самое место. Ну что ж, очередной влог подошел к концу. Знаете, мы все ближе и ближе, маленькими шажочками приближаемся к концу недели влогов. Если вы не смотрели предыдущий влог, то вы сможете всегда найти его в плейлисте, который находится в описании, и включить предыдущий влог. Чё ты... Не отвлекаешь! Женщина. Завтра вас ждет целое видео с распаковками, с покупками, еще одними покупками, но уже с Universal Studio. Ну и на следующий день завершающее видео будет в воскресенье. Там вы увидите, как мы ходили на очень популярное место, одно из самых популярных мест в Америке, где будут совмещены кадры из GTA и совмещены кадры из реальной жизни. Так что не пропустите это, нажимайте на колокольчик. Я надеюсь, вы поставили уже лайкусик и оставили свой комментарий. Всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, и с вами был Кирилл, и всем удачи, и всем покусики!